Здравствуйте, добрый вечер. У нас теперь гонка в Аоре. У нас, будем так говорить, отборочный тур. Сегодня нужно мне максимально проехать чисто. Максимально чисто проехать, пропускать круговых, если они будут. И тогда нас возьмут чемпионат ВАОР. Короче, моя задача сюда приехать чисто, аккуратно, не разбиться самому, никого не завалить, это 100%. Хочешь на своем карете сдаваться? Ну, хорошо, сука. Ебать, мужики. Бля. Швырнуло, сука, швырнуло. Ладно. Эй, блядь, ну надо как-то пройти, блядь, Астана. Но он сейчас должен пойти. Бля. Пизда, блядь. Ну, мужики, вы видели, я там еле коснулся. Он начал рано тормозить. Я его просто вперед под... Блядь! Блядь, вы это видели? Это пизда. Это пизда. Догнал, блядь. Да ёбаный ты дебил, сука! Где вас, сука, берут у ебанов, блядь? Блядь, вы видели этого гандола? Это пиздец просто. Он, сука, дура, блядь. Вместо того, чтобы сместиться, он, сука, пидор ты конченый, блядь. Он, блядь, тормоз нажимает, блядь, с выхода с поворота. Все, я приехал, ебать.